Все, давай, бегом. Пойдем. То есть другой мальчик мне, он сказал, что он меня ударит. С одной креветкой найдешь ее там. Некоторые отвечают, самые такие интересные. Из чего? Я из тебя сейчас сделаю. Чуть-чуть. Надо взять чучело. Что это за какашки у меня тут? Доброе утро, страна. Доброе утро. Часы перевели на час назад, и чувствуешь, что ты выспался, да? Я сегодня... Во сколько у меня будильник прозвенел? В 6:30. В 6:30 у меня прозвенел будильник, и я уже, знаешь, такая была. Ну, чувствовала, что уже вставать нужно, по идее. На час больше было. 7:30 должно быть. Так что давайте собираемся. Доброе утро. С косичками пойдешь или тебе расплести? Только хвостик надо сделать, чтобы тебе на лицо не это. Потом расплетем сегодня вечером. Это уже лохматая уже. Все, собираемся в школу, в садик. На улице дождь, а? Кто-то у меня забрал карандаш. О, господи, что у тебя вообще можно здесь найти? Какой карандаш? Простой карандаш. Какого цвета? Синий. Синий? Голубой. Такой. Где-то видела его, по-моему. Я тебе ланчбокс положила. Сумку и бутылку тоже. А что ты будешь, две толстовки надевать? А то холодно будет. Две толстовки наденешь? Куртку по-любому надо надеть, там дождь идет. А в школе как ты будешь сидеть? В двух толстовках? Ты чего? Там не так уж и холодно вообще-то. Нет. Все, бегом, бегом, быстрей. А мама сегодня. Ланчбокс взяла? Да. Все, выходим. Все, давайте бегом. Время осталось 10 минут. А мы вниз. Мы на машине. А девчонки пешком. Они быстрее пешком дают, чем мы на машине. Смотрите, какой дождь идет. Целый день сегодня дождик будет. Вчера так было хорошо, а сегодня дождь. Сейчас папа повел Макса, потом тебя повезем. Да? Спать хочешь? Нет? Ты шапку не надела? Ой, у меня сечки лежат. Солнце. Да. О, это билетик. Вчерашний. От вчерашнего. Даже не трогай. А это? Смотри, вон. Сейчас хочешь, открою? Да. Опа. Душ тебе сейчас будет. Опа. Капает? Да, капает. Залетает сюда. Все, хочешь закрыть? Да. Все. Темно. Все, приехали. Капюшон натягивай. Дождь идет. Все, побежали, уже опаздываем. Опаздываем на целых 15-20 минут. Каролина задом наперед штаны надела. Это Каролина. Стадион для спорта. Давай, давай. Вот она школа. Такая вот красивая. Листочки желтые. Все, давай, бегом. Пойдем. Давай, быстрее. Музыка у тебя? Ручки обязательно. Все, пока. Что? Там у них музыка. Пока все в школе, я буду монтировать влог. Немножко, конечно, поздновато. У нас уже час дня. Бабуля звонит. Давай. Бабуля звонит. Привет.
Включение, видимо. Сейчас перезвоним. Ты набрала уже ванную? Да, набирается. Много не набирай. Много не набирай. Ты сладкая. По-моему, она даже хочет идти купаться. Все, так нормально? Бонь, ты хочешь идти купаться? Будешь ее сожжением купать, что ли? А ты полотенце взяла? Нет. Ну там, ну ладно, потом возьмем. А как отстегивается? Ты что? Да не надо, не надо. Теплая? С уточкой даже, Бонечка. Смотри, вообще... уточка. Вон, смотри. И что? Моя кровать будет мокрая. У меня вот эта футболка. Да, вот так протирай ее. О, она сама протирается. Здесь даже по-русскому написано. Где? Здорово, как дела? Здорово. Точно. Здорово, как дела? И здесь я медведя поймал. Так веди сюда. Не идет, так сам иди. Да он меня не пускает. Зачем вам там на русском? Это по какому книжка? Это по французскому. Он написано по русскому. У меня другой мальчик обижал. Как обижал? Да, он говорил плохие слова. Плохие слова? Просто так, потому что он хочет. Просто он так всех, обзывал? Он всех просто так обзывал. А, и что дальше? Даже учителей иногда, ну, когда они этого не слышат. То есть другой мальчик, он сказал, что он меня ударит. А потом другой мальчик сказал, если он меня ударит, он его ударит. И тот не ударил? А вон он меня, он меня хотел, знать, как зовут мою собаку. Я не хотела сказать. Он сказал, если ты мне не скажешь, я тебе там кулаком. Будем ужинать. Я супчик варила сегодня опять с морепродуктами. Только с рыбкой и с креветкой. Сама сказала, сама посмеялась. Я говорю, суп варила сегодня с морепродуктами, с рыбкой и с креветкой. С одной креветкой найдешь ее там. В общем, с рыбкой и с креветками. И с креветкой. С креветкой. Одну такая закинула, хватит. Кому повезет, тому попадется. Ой, не могу вообще. Супчик сварила, сейчас будем мы его доедать. И я тут отвечаю на вопросы в Инстаграм, провожу опрос. Много вопросиков здесь уже. На некоторые, на все, конечно, не могу ответить. На некоторые отвечаю, самые такие интересные. Вот. Время так тянется, да, тебе не кажется? Маргарита. Ну, долго идет время. Мне вот, я уже чувствую то, что все, уже пора спать вам. Но я смотрю на часы и смотрю, что еще рано. А время еще, а время только 7 часов. А я чувствую, что вот не 7, 8. И уже бы сейчас собирались спать, чистили зубки, переодевались. Так, кто там дерется? Эй, ну-ка, кто дерется, зачем? Нельзя. Макси, Макси.
Я чувствую, что вам уже спать пора. Я вас хочу спать отправить уже, честно. Мне прям хочется вас отправить спать. Но еще рано, еще целый час, понимаешь? Чучело. Чучело? Слышала, что она сказала? Она говорит, шучело. Иди голову помой, шучело. Ксюша, иди голову помой. Из чего? Я из тебя сейчас сделаю. Надо взять чучело. На палочку тебя посажу вот туда в огород. Что ты делаешь? Иди голову мой. Ты думала, что-нибудь накрутится? Это ты в ТикТоке опять нашла? Этот ТикТок, честное слово, меня уже это пугает. Что еще он? Чему он вас научит еще? Я тебе там вещи шучу, говорю, сучу. Я тебе вещи сушу. Что такое? Шушу я тебе вещи. Не со мной, мама. Я сейчас могу лечь, а как вон те вон мелкие спать будут? Я буду тебя ждать, иди. Хорошо. Ты всегда меня ждешь. А, давай. Носки не потеряй, смотри. Носки хоть чистые завернула или грязные? Да, чистые. Надеюсь, я их нормально. Да, и самое главное, чтобы ты не потеряла их там. Спи аккуратно. Чтобы они у тебя. Давай. Все, спокойной ночи, пока. Не надо в руки ее брать, Бонни, нельзя. Все. Не кутит. Спи здесь. Ну, видишь, она... Как ты можешь командовать? Если она будет лежать, значит, она хочет с тобой лежать. Если она уйдет, значит, не хочет. Да, Бонни?